вице-спикер Краевой Думы Старобогатько не раз посещал проститутку для того, чтобы отговорить ее заниматься проституцией. Понимаешь, Ермолкина? Понимаю. А зачем он был в костюме садомаза? Же очевидно, Ермолкина. Он пришел то, чтобы проверить, послушала она его или нет. Для того, чтобы она его не узнала, он решил замаскироваться и одел костюм садомаза. А глупая и жадная проститутка, ничего не заподозрив, решила обслужить неизвестного клиента. И тут он разоблачается, срывает маску и говорит: ай-яй-яй, Анечка, как же тебе не стыдно. Откуда вы знаете, что ее зовут Аня? Неважно, угадал я просто. А проститутка от стыда разбежалась и выбросилась в окно. Значит так, Тарбогатько срочно выпустить и извинись перед ним. А проститутку ко мне на допрос. Проститутка, она же в реанимации. Ну, другую проститутку. Неважно, любую другую проститутку. Все равно они друг про друга все знают. Будем искоренять проститутку.